В сегодняшнем видео я хочу вам показать вязание вот таких тапочек. Тапочки, носочки, я не знаю, называйте их как хотите. В принципе, изначально я не хотела вязать такие, я хотела вязать вот с отворотиком, да. Отворотик я связала. И хотела здесь потом среднюю взять петелечку и от нее добавлять, как бы елочкой, добавлять петельки сюда к низу, к носочку. Ну, начала вязать, что-то мне так оно не понравилось как-то, ну, не знаю, ну, не понравились они мне. А так как я связала уже манжетик такой высокий, ну, я решила что-то из них придумать другое. Ну, и вот надоумилась что-то вот такие вот тапочки связать. И так кому понравился этот метод вязания, эта формочка, эта вот моделька, то я вам расскажу, как я их связала. Размер этот на 38, 39 даже может, ну, смотря какая у вас будет пряжа. Чем тоньше пряжа, тем нужны тоньше ниточки. Ой, тоньше спицы. А чем тоньше спицы и ниточка, тем будет меньше размер. И наоборот. Я сейчас вам сниму, сколько тут у меня сантиметров. Где-то 22 сантиметра подошва. Высота самого отворотика, если я буду считать от начала рисунка, 15 сантиметров. Вот так как у нас здесь будет такой вот отворотик, я их одевала, мерила, и так они получаются, как гольфики. Если откатить, будут тоже красиво. Петли подошва получилась более такая толстенькая. Я взяла три цвета пряжи. Черной у меня совсем немножко, поэтому я взяла, вот остаточек у меня был, хотя у меня вот такой же большой вот есть моток. Я взяла такую ниточку, я взяла бордовую такую красную ниточку. Это ниточка 200 грамм, 476 метров. Сами посчитайте, сколько в 100 граммах пополам, сколько в 50 граммах еще пополам. Вот такая у меня толщина пряжи. Это 100% полиакрил, 200 грамм, 476 метров. Спицы я использовала номер троечка. И я уже связала манжетик. Как я вязала его, я вам сейчас расскажу. Я набрала на спицы 51 петлю и провязала 8 сантиметров резиночкой 1 на 1. Вставлять можете цветные полоски, когда вам захочется, может быть, вы захотите как-то по-другому связать. Я связала, значит, 8 сантиметров. Потом 2 ряда я провязала, один ряд лицевыми, один ряд изнаночными. Ну, это не обязательно. Но я провязала так, чтобы вот как-то вот по этому сгибу был вот такой вот сгиб, так ровненько ложился. И потом еще дальше я начала после этих вот двух рядов, начала вязать чулочной вязкой. Я провязала тут еще. Еще провязала 6,5 сантиметра, ну 7 можете. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 дорожек. Но это вот будет у нас лицевая сторона. Этот у нас лицевая гладь пойдет на изнанку. Она будет прикрывать, это будет изнаночная сторона. Итак, набираем 51 петлю и вяжем столько сантиметров, сколько вам сказала. Если вы не хотите с отворотиком, значит, делайте просто вот эти 8 сантиметров провяжите и все. Это можете не вязать, а сразу начинать вязать. Потом уже вот с этой стороны мы будем вязать дальше тапочек. Итак, провязано. Все ряды провязаны для отворота. И теперь начинаем вязать рисунок. Этот рисунок у меня записан как мелкий твит. Я не знаю, правильное или неправильное название, но у меня он стоит в тетрадке под таким названием. Включаем в работу другой цвет. Я беру бордовый цвет и вяжу следующим образом. Первый ряд. Рисунок состоит из 4 рядов. Кромочную снимаем. 1 лицевая. 1 снять. За работой проходит наша рабочая ниточка. 1 лицевая, 1 снять. 1 лицевая, 1 снять. И так мы вяжем до последней петли. Второй ряд вяжем красной ниточкой.
все петли лицевыми. По изнанке вяжем все петли лицевыми. Итак, я еще раз покажу. Провязали мы весь ряд. Одна лицевая, одну снять. И по изнаночной стороне красной ниточкой мы вяжем все петли лицевыми, оба цвета. Красным цветом провязали два ряда. Теперь берем мы основной цвет, который мы вязали. Первую петлю снимаем. Потом у нас идет вот полностью петля, допустим, у меня красного цвета. Мы ее снимаем. Нить за работой. А та, которая у нас вот с перепоночкой вот идет другого цвета, мы ее вяжем одной лицевой. Бордовую я снимаю. А петлю с перепонкой вяжем лицевой. И так мы вяжем каждый второй ряд. Снимаем бордовую, провязываем петлю с перепоночкой. И по изнаночной стороне мы вяжем все петли также лицевыми. Вот у нас идет с перепоночкой, мы ее вяжем лицевой. А та петля, которая у нас полностью вот у меня идет одним цветом, я ее снимаю. Одна лицевая, одну снять. Одна лицевая, одну снять. Следующий ряд у нас идет все петли лицевые. Вот у нас получается уже вот такой вот рисуночек. Итак, я вязала. Вот я считала бордовые 1, 2, 3, 4 ряда. 1, 2, 3, 4. Дальше будем смотреть. Или этих я вязала 1, 2, 3, 4 также. Так что вяжем пока 4 ряда. Дальше будем смотреть по рисунку, что у нас получается. Итак, смотрим, что у меня получилось тут. Так, смотрим бордовую ниточку. 1, 2, 3, 4 и пятый ряд, вот идут пунктиры, этот ряд последний, также у меня и тут, 1, 2, 3, 4 и вот идут пунктиры, так, столько же у меня и другого цвета. Так, на спице 51 петля, на мысик я тут брала 17 петель. 51 минус 17, 34, и пополам делим, получается 17 петель. Итак, 17 петель мы снимаем по бокам на дополнительную спицу с этой и с этой стороны. А средние 17 мы будем вязать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 дорожек. То есть 32 ряда. Если вы не хотите делать мысик другого цвета, то можете вязать до конца. Как вязать до конца, потом я вам покажу, когда уже начну красное вязать. Итак, мы по 17 петель по бокам убираем и средние 17 вяжем мысик. Но вы можете прикладывать к своей ножке и смотреть, сколько вам рядов нужно связать. Потому что у меня это одна пряжа, одни спицы и размер. А у вас, может быть, нужно будет другой размер, другие спицы, другая пряжа. И поэтому, может быть, какая-то будет у нас тут несостыковочка, как говорится. Итак, я пересняла на 2 булавочки по 17 петель и средние 17 у меня на спице. Я отсюда ниточку отрежу, потому что мы это будем красненькое вязать.
здесь буду вязать 17 петель. Первая у нас как кромочная идет. Не стала я никакие тут рисуночки делать, ни полосочки. Я думаю, слишком много и так рисунка по всему тапку, тем более еще и подошву решила связать рисуночком. Поэтому верх я связала так вот простенько. Как-то вот необычно получилось. Но неудобные, девочки. Я одела на ногу, прям очень удобно. Высокие, я так хорошо ножку обтягивают. Поэтому можно и вверх поднять тоже, еще теплее будет. Так, провязали средние 17 петель, последняя изнаночная. Разворачиваем и вяжем дальше. Первую снимаем и дальше вяжем лицевыми. И так вяжем, ничего не убавляя. На вашу длину ножки. Вот смотрите, вот к примеру, мизинец, ну вот до середины мизинца, или как только мизинчик начинается, я забыла уже, сколько я сказала, тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 32 ряда я провязала. Так, я провязала 16 дорожек здесь у меня, 32 ряда, и теперь я буду вязать лицевыми по лицевой стороне, а изнаночными. Начиная с лицевой стороны, я по бокам убавила, провязывая по 2 петли вместе, до 11 петель. У нас сейчас 17 петель, и нам надо будет убавить 3 раза по 2 петли вместе, и чтобы здесь было у нас 11 петель. Сначала вяжем 11 рядов. Это будет первый, второй, третий, четвертый. И так мы вяжем 11 рядов. И провязали. Последняя изнаночная. И по изнанке вяжем все петли. 11 петель у нас. Мы вяжем изнаночными. Так, провязали. Вот наш мысик готов. Так, что мы делаем дальше? Отрезаем эту ниточку. Отсюда переснимаем на спицу петли. Но я сниму булавочку, пересниму вот эти петли, 11 петель. Так. А эти 17 одену. Берем красную ниточку и вяжем 2 ряда лицевыми петлями. Вяжем здесь лицевыми, потом набираем столько, сколько вы наберете, запишите это количество петель. Потом эти 11 петель, сколько наберете здесь, значит столько нужно набрать и здесь. И потом эти 17 петель. Набираем все на одну спицу. Провяжем все петли и в обратную сторону мы провяжем также лицевыми. Два ряда вяжем лицевыми петлями. Так, девочки, наберем, наверное, мы все вместе с вами. И будем считать петельки наши. Первую снимаем. Это первая петля. Дальше 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17. Дальше мы набираем по кромочной косичке 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Семнадцать, восемнадцать, девятнадцать. Дальше. Один, два. Это от начала красной. Три, четыре, пять. Шесть, семь. Теперь здесь у нас 11, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Почему-то мне получилось, я не пропустила. Вроде нет, ну ничего. 99, все равно где-нибудь одну подымем. Так, дальше. Теперь тут нам надо набрать 8. Ну, если будет 9, то хорошо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, выровняли. Красную провязали 9. Потом здесь мы провяжем 19 еще по этой зелененькой яви. Вяжу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18. Так, и вот одна 19. И теперь тут некоторых раздражает мои подсчеты. Я считаю не для себя, я считаю для вас. Поэтому, девочки, не хотите, не слушайте. Потому что были такие. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Достали вы своими подсчетами. Ну, всем не угодишь. Я делаю так видео, как я считаю нужным, чтобы не было у меня лишних вопросов. И чтобы вы могли сравнить, что у меня получается и что у вас. Так, сейчас я одену петельки тут. И тут у нас получается 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, так, 14,
15, 16, 17. Так, и теперь провязываем по изнаночной стороне все петли лицевыми. У меня получилось 99 петель. Сколько получилось у вас, запишите. Провязала я изнаночный ряд все петли лицевыми. И теперь возьму черненькую ниточку. Видите, как она украшает хорошо здесь-то ниточка. И два ряда провяжу все петли лицевыми петлями, только черной ниточкой. Итак, вяжем два ряда черной ниточкой все петли лицевыми. И возвращаемся сюда, на эту сторону. Теперь подсоединяем зеленую ниточку. И я буду провязывать рисуночек такой же, как мы вязали вот этот вот. Только черную ниточку я взяла. И вот эту вот, которую я вязала основной цвет. Вот так вот я провязала этим же рисуночком. Первую сняла. Дальше одна лицевая, одну снять. Одна лицевая, одну снять. Одна лицевая, одну снять и так далее. Потом по изнаночной стороне мы провяжем все петли лицевыми. Так, дальше провязываем черной ниточкой. Дальше провязываем первую петлю снимаем, а там, где перепоночка у нас вот черненькая идет, мы ее вяжем лицевой. Опять одну снимаем, одна лицевая. Снимаем та, которая полностью зеленая петелька, а та, которая вот с перепоночкой черненькой, мы ее снимаем. Ой, мы ее провязываем лицевой. Вот так вот. И по изнаночной стороне провязываем все петли потом лицевыми. Так, и теперь я подниму красную ниточку, и красной ниточкой провяжу еще два ряда рисунка. Первую петлю сняла, потом одна лицевая. Та, которая черненькая, я ее снимаю. Опять одна лицевая, а черную полностью, которая у нас идет, я ее снимаю. И по изнаночной стороне провяжем все петли лицевыми. И потом начнем вязать уже подошву. Так, провязан рисуночек. Сейчас мы померяем, что у нас тут получается. Так, если я... Вот у нас один. Вот если я одену на колодочку, пока без подошвы, получается вот такой второй. Так, ну теперь осталось нам связать подошву. Так, берем мы, так, запуталась, а вот, берем мы этот цвет зеленый, черную уже обрезаем, да? Да, нам уже не нужна, видите, нам черненькой совсем нужно было немножко, вот сколько было, столько у меня и осталось. Так, мы теперь берем... Вот этот я беру зеленый. Ну, она зеленая, непонятно какой цвет. Ну, главное, что не красная. Так, беру этот цвет. И буду провязывать. У нас на спице 99 петель у меня. Я провяжу подошву. На подошву я взяла 13 петель. Провязываем 43 петли. Кромочная также считается. Так, 30.
40, 41, 42, 43. Так, 43. Отрезаем отсюда красную ниточку. То, что много кончиков, не переживайте. Все это заделывается. Вот видите, нигде ничего не торчит. Все я аккуратненько заделала. Покажу вам с изнаночной стороны. Видите, все аккуратненько заделано. Нигде ничего не торчит, не висит. Поэтому не бойтесь этих вот кончиков. Все это заделается и будет все аккуратненько. Так, обуваем назад. Так, провязали. Красненькую ниточку отрезали. И теперь будем вязать дальше. 13 петель. Дальше будем продолжать рисунком. Кто хочет рисунком, значит, вяжем рисунком. Если вы не хотите, можете просто вязать одним цветом каждый ряд лицевыми, но по бокам убавлять так, как мы убавляли раньше с вами в предыдущих тапочках. Значит так, первую снимаем, дальше одна лицевая и считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Я посмотрела, красной тут начинала вязать. Красной. Так, и теперь на этой стороне у нас тоже должно быть 43 петли. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 42. Почему-то 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 43. Так, и теперь мы вяжем 2 вместе. Дальше мы вяжем 2 вместе одной изнаночной. Разворачиваем и дальше красной ниточкой снимаем. И вяжем все петли лицевые. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. И затем мы вяжем 2 вместе одну лицевой. Поворачиваем, берем зеленую ниточку, другой цвет, и продолжаем вязать потом уже зеленой ниточкой. Так, снимаем, провязываем 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13. Следующие 2 вместе одной изнаночной вяжем. Разворачиваем по изнанке, вяжем все петли лицевыми. Итак, каждые 2 ряда мы меняем ниточку. Убавляем по бокам петли. И убавляем до тех пор, пока у нас на спице будет, останется вот здесь, вот с этого края и с этого края, останется по 5 петель. Потом мы будем с вами убавлять пяточку. Так, дальше меняем, красную ниточку берем и вяжем так дальше. Так, тут идет перепоночка, мы вяжем лицевой. Следующую снимаем. Перепоночка лицевой, следующую снимаем. Далее 2 вместе одной изнаночной. Кому тяжело,
вяжите лицевыми. Я уже сказала, что тоже будет неплохо смотреться. Итак, каждые два ряда мы меняем ниточку. Теперь вяжем другим цветом. Изнаночная. Разворачиваем. По изнанке все петли лицевые. Сейчас я покажу, что у нас получается, и дальше будем вязать самостоятельно уже. Вот видите, вот такая получается у нас подошва красивая. Ну вот и все. Вяжем дальше так тапочек. Пока тут и здесь вот по бокам останется по 5 петель. Так, я провязала подошву. И теперь я закончила здесь одним цветом сам кончик подошвы. Красную ниточку мы обрезаем. И дальше будем вязать одним цветом. Если вы хотите, можете продолжить также двумя цветами. Я вязала лицевыми по одной, по другой стороне, и по лицевой, и по изнаночной. Из пяти мы вяжем, вяжем не до последней петли, а одну петлю мы не довязываем. Здесь получается одна, вторая, и третью берем ту, которая у нас осталась из пяти. И провязываем 3 вместе, одну изнаночной. Дальше вяжем по изнаночной стороне все петли лицевые, не довязывая также одну петлю до той петли, которую мы вязали 2 вместе. У нас получается здесь 2, и третью берем та, из которой, которую мы 5 оставляли. Дальше разворачиваемся. И так вяжем дальше лицевыми, повторяя то же самое, что мы делали уже. Вот мы 2 не довязываем. Мы их берем и третью берем из 5, которая. И так в каждом ряду мы провязываем не по 2 вместе, а по 3 вместе. Дальше по изнаночной стороне у нас осталось по 2 петли красненькие. Дальше мы вяжем 1-2 петли. Потом мы вяжем в середине пяточки 3 петли вместе. Потом вяжем 2 и опять 3 петли вместе. Разворачиваем на лицевую сторону. Ой, распустилась одна.
Дальше вяжем 1, затем 2 вместе в середине пяточки, потом 1 и 3 вместе. Разворачиваем наизнанку. Вяжем 1, 2, 3 вместе. Разворачиваем. Провязываем 1, 3 вместе одной изнаночной. По изнанке одну снимаем, провязываем 3 вместе. Остается 2 петли. Мы здесь отрезаем немножко побольше, потому что у нас будет сшивная не пяточка, а вот сшивной задничек. И потом мы крючком закрепляем наши 2 петелечки, провязываем по 2 вместе. Вот у нас пяточка закрыта. Также у меня здесь она закрыта. В принципе, носочек наш готов. Вот он такой у нас получился, высокий. При отвороте он получается у нас вот такой формы. Пяточка. Вот такой будет у нас тапочек-носочек. Подошву сшивать нам не надо. Заделываем на изнаночной стороне все ниточки. Они очень легко и быстро заправляются. Я вам уже показывала, что их нужно заправить вот сюда, вот по изнаночной стороне между петельками. Завязать узелок. И также мы заправляем все ниточки. И потом я иголочкой или крючком сшиваем вот сюда вот до конца этой вот вязки, где мы 2 ряда вязали. И потом выворачиваем наизнанку. И по изнаночной стороне мы сшиваем задничек уже дальше этой же ниточкой уже по изнаночке. И все, и наш тапочек, носочек будет готов. Ну вот, девочки наши, тапочки сегодня готовы, довязали. Вот такая подошва. Вот такие вот тапочки. Они тапочки, носочки, называйте как хотите. Ну вот такую красоту мы связали сегодня. Кому понравились, можете взять любые цвета и связать на свою ногу. Хоть в подарок, хоть себе. Как вам нужно. Ну, на этом все. До свидания. Я с вами прощаюсь. И до новых встреч.